В Доме дружбы народов в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан состоялся республиканский круглый стол работы с иностранными студентами. Смотрим. 9-й конгресс студентов Республики Татарстан является главной площадкой, на которой определяются основные векторы развития студенчества, а также решаются вопросы, касающиеся студенческой молодежи. Ключевые проблемы иностранных студентов – это вопрос адаптации. Они приезжают сюда, не зная культуры, обычаев, традиций и языка. Как инициатива студенчества у нас есть АИСа, комитета организации по работе с иностранными студентами разных институтов и вузов, объединиться и делать во благо всей республики решение этих проблем, не только локальных. Объединенная ассоциация иностранных студентов работает коллективно. Участниками дискуссионной площадки стали порядка 30 студентов, состоящие из руководителей ассоциации по работе с иностранными студентами, активных иностранных обучающихся из 15 образовательных организаций. У нас будет в конце марта школа актива для иностранных студентов. Будем делать мероприятия для иностранных студентов и для комитетов. Там в комитете есть не только иностранные студенты, но и граждане Российской Федерации. Обучать их правовому ликбезу. Это имеется в виду то, что проблемы миграционного учета, регистрации, визовые аспекты, чтобы руководители АИСов знали, как правильно работать с иностранными студентами уже на местах. Данная площадка дает возможность обсудить вопросы, связанные с визой, административных штрафов и депортацией студентов-иностранцев, а также с взаимодействием администрации вузов с иностранными студентами. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.